скажет, а где все? Вот-вот, да, так. Всем привет, ребят, сегодня у нас уже... Да, заново не снимал. Новый день, и осталась последняя вот эта неделя, и все. И каникулы. Ой, какая неделя? Месяц. Вот, сейчас у нас нет немецкого, поэтому мы гуляем. Вот. На бузе-бузе. Так говорят только старики и тупые девки. Ну а как ты говоришь тупой? Букабиза. Букабиза! Эморофи. Букабиза! 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 Вот ты как! Ты как серьезно! Почему так все время в тебе происходит? Чего ты себя не понимаешь? Ты мне уже надоел. Ты же ток? Выбыл бы косяк. Че играешь? Ну-ка, Бузя. Я убил, видимо, я сам себя убил. Я на зайду кого-то пристрелил. Он валяется в зеленых штанах. Я дробь 12-ю зарядил и готов кого-то бомбить. Куда что сейчас делаю? Ну, это, в принципе, нормально. Ребят, кстати, кому интересно, вот такой значок получился. Если что, ребят, Олеся дурень и не понимаешь. Если вы бы знали, сколько она позорится, она вчера перед шестью людьми позорилась. Двое были полицейские. Опозорилась прям, да, Олеся? Да. Ой, что-то... Ребят, я уже сходила на гимнастику. Что делаешь, Артём? Вот, позанималась, пришла, мне жаль долго. Но я успела сделать три вида. Правда? А чего ты? То есть, я не знаю, что сказать. Все-таки